V-Rising. Альмина там где-то есть. Бережка там где-то есть. А где я умер? Что у меня было? У меня не было роз. Все, я помню, что у меня не было роз. Это самое главное. Опять это Беатрис. Беатрис орёт и призывает к себе, я думаю. Так, монашки тебе нужны, значит? Да, вон там вот наверху идёт. Ну как бы, окей, поехали. Поехали, поехали. Они лечат просто жесть как. Поэтому нужно фигарить мужиков. Прям полную. А потом пожирать. Я могу их попробовать вытолкнуть, например. Сейчас я до вас дойду сейчас. Подождите чуть-чуть. Есть один минус. Монашка, поехали. Монашку почти можно сожрать. Еще вторая монашка была. Вторая монашка в порядке. Я ее контролирую. Тебе нужна монашка? Да, я хочу монашку. Ну, ешь. Приятного аппетита. Приятного аппетита, кто кушает хомячит, лопает, трапезничает. Все, ешь. Кушай, не обляпайся. А есть еще кто-нибудь ученый? Давай я вот эту вот девочку съем. Там 20-я девочка. Да-да-да. А разницы особо нет. 15-20. Там наверху есть монахиня 40. Мне кажется, там у них что-то есть. Мне кажется, что у них там что-то есть. Полечи Беляшку. Поехали, поехали. Поехали. Оля, пей ее. Оля, ее пей. Бегом. Ты хиллер, тебе важнее. О, перезарядка заклинания. Угу. Это клево. Все. Ну вот и все. Там еще в здании есть. Да, в здании кто-то есть? Ага. Кто? Кто? Монашки. Монашки. Монахиня 18, монахиня 22, 18. Ученый 32. А давайте его возьмем. Нет, нам нужны 60-е минимум. Там на самом деле правда сильное влияние. Мы с Альминой уже посмотрели эту тему. Мы меньше 60-го просто не можем. Это слишком слабо для нас. А вампиры могут церковь закрыть? Что? Вампиры могут церковь закрыть? О, они тут сжгли ведьм. Ну, если церковь, которая жжет ведьм, то вампиры сюда могут без проблем, потому что, ну ты понимаешь. Никакой святостью тут и не пахнет. А, вон. Так, контейнеры. О, это я люблю. Мое любимое, просто мое любимое. Свитки, свитки. Я не про свитки. Свитки. Я про серебро. Обожаю. У меня свитки были. А у меня мое любимое серебро. Так что я в порядке. Ну, ты его любишь, поэтому да. Но у тебя есть. Все, добываем кварц. Кстати, из хороших новостей здесь кварца дофигища. Ну как? Видите, вот тут. Еще, я думаю, надо грабить деревню, у них есть стекло. О, в деревнях, да, стекло вазочках есть. В вазочках тоже ну, есть стекло. У меня 4. 4 стекла уже. На минуточку. Если мы улучшим 6. Замок, мы сможем наконец-то строиться дальше. Это хорошо. Этим мы как раз и занимаемся. Стекло из могил просто. 6 стекла у меня. 6 стекла? У меня 5. Это моя лошадь или не моя лошадь? У тебя лошадь-лошадь. У тебя именно лошадь. Тут тоже лошадь-лошадь. Не-не-не, у тебя лошадь-лошадь, Оль. Не это лошадь-лошадь. У тебя лошадь, которая с меткой. А этих лошадей берет только Беляшка для того, чтобы засрать нам все метками. Так что не надо. Я вроде наверх не доезжала. Ну ладно. Ладно-ладно, у нее есть ночка. Она хотела эту темную лошадку.
получил. О, я хотела белую, но черная смотрится с беленькой еще лучше. Хотела иди белую, сюда. Поэтому взяла черную. Я тебя понял, хорошо. Ну, черный это второй мой любимый цвет после белого. Хорошо. Так, собираем. Давайте, девчонки, врываемся, собираем все, что нужно. Ломаем, конечно же. Сундук какой-то ломанули. Ой. Мужики, они закончили, смотри. Красиво? Вот видишь, а ты не хотела косу брать. Вот ты не хотела косу брать. Она хороша. Что ты хочешь? Я хочу. Иди ко мне. Все, поехали. Дайте. Давайте. Мы не все ограбили. Не все ограбили. Мы же грабители. Ну давай грабим дальше. Будет серебро? Тащите. Дай то, что у тебя в руках. Есть. То, что у тебя в руках, дай. Слушай, с отложенным уроном прям хорошо так заходит. Там прям урон получается. Чудесный серп. А, я, к сожалению, цыган, поэтому я не... Ой, Оля, тут две рыбы. Две рыбы, причем на пристани. Я думаю, что тут прям рыба будет. Попробуй. Я думала, у тебя нет. Я, видимо, выбила из кого-то. Кого железную? Выбила? Да. Что выбила? Серп. Железный? Красивый ого. Ящик. А можно я посмотрю, о-о-о, что там внутри? О, тут серебро. Тут серебро. Все, тут серебро. Рыба ушла? Я пришла, а рыба ушла. Вот. Зато у меня есть серебро. Оно меня бьет уже по два. А? Красивое. Красиво. Ой! Мужики пришли. Я вижу. Все. А погнали. Ой, опять он. Кто? Звонарь. Понял. Ловим. Звонаря ловим сразу. Так, это воин 35, да, в жопу его. Звонаря-то поймали? Я убил его. Отлично. За ночкой возвращаюсь. Кто? Мужик какой-то, не знаю, не увидел. Так, это не моя ложь. Ой, ну это прям хорошо-хорошо заходит. Мне так чутка понравилась вот эта отложка, она интересная. Бам, просто хорош. Хорошо, скелеты. Скелеты... Наемники будут на нашей стороне или умрут? Свирепости. Ого. Свирепость это сила плюс 4. Все, погнали тогда дальше. У нас сегодня в планах, помимо того, что мы взяли ученых, что еще? Нам медведь. Нужно... Ну, медведь, да, это я помню, мы тебе сделаем медведя. Надо еще на кого-то сходить. На кого нам надо было сходить, вспомните? На Кли, которая морозная первая. Ее нет. А на полезных на кого? Кого нам не хватало именно вот для этих, для крафтов? Вспоминайте. Ювелир. Пока. Кто? Жрец. Жрица теней. Леандра. Ювелирка. Вот, да, ювелирка нам нужна была для камней. Осилим? Ну, наверное, да, поглядим. Наверное, да. Зелье, сопротивление чесноку, девчат. Ну, это надо брать. Ой, как красиво он прям одну эту штуку кинул в меня. Умирай. О, там женщина, да. Опять дерется с Bless кем-то. Me. Bless me shot опять-таки дерется с нашим мужчиной, по-моему. Ой, как вы вовремя пришли, оказывается. Идеально пришли. То, что надо. Bless me shot. Так, как у... Она погибает. Ой, это он погибает. Он погибает, нам нужно помочь ему. Он нужно помочь погибает. Командиру. Проклятие. Посторожите, пожалуйста. Не могу.
больно. Она убивает его. Пошел, вы убиваете друга-то нашего. Не надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе она призвала. Не, слушай, мы что-то просрали тут. Все, мы проиграли. Ой. Мы проиграли, отходим. Это битва не за нами. Это что такое? А это дофигища воинов она призвала. И она. Она. Ну вы смеетесь, что ли? Я уже умерла, почему вы на меня нападаете? Я мертва. Чокнутый. Чтобы наверняка. Я лечу. Не, мы ее не убьем. Ой, она еще и вылечила. Ну, вполне логично. Мы же с нее скилл получаем, соответственно. Только, по-моему, она так не делала. Да. А потому что раньше с ней никого рядом не было. У меня уже малокровие, я сейчас буду умирать. Давай. Да господи, ты серьезно? Ты прям подождал так идеально? Мужик, ты хамло. Может меня кто-нибудь отхилить? Не может. К сожалению, нет. Я постараюсь, конечно. Ты прям мертвая-мертвая, да? Да. Оля, держи ее. Чех, а ты бы сказала, что она там армия. А может меня кто-то поднять? Я прихожу такой, думаю, ну, как бы, окей. А там раз и целое воинство передо мной встало. Ну, ничего себе. Не могу, Беляш. Вот это я точно не способен. Значит, я к телепорту. Пока там армия, да, слушай. Если кто умер, ребят, это, скорее всего, конец. Надо ее бить, конечно, она родит. Офигеть. Что? Убили. Убили? Да. Ого. Я не поняла, как. Я думаю, что этим. Нет, вот она все. Блэсами шот. По-моему, я на мужика нападала. И, возможно, он каким-то контратаками, не знаю. Пока не могу оживить. Скорее всего. Может беленькая прибежит. Прибежит. Легко сказать. Я умираю, у меня крови ноль. Мои отхилки кто-то забрал. Проклятие. Но это из-за малокровия. Просто из-за малокровия, я не лечился. Ну ладно. Винсент Морозоносец! Серьезно вам говорю, просто повезло его найти. Давайте, пока повезло. Бегом. Неизвестно, когда мы его еще найдем, потому что мы его до этого не находили ни разу. Ой. А что за процесс? Что тут лучник? Офигеть, заморозка. Агась. Он прикольный. Ты где, Беляш? Я у другого телепорта была. Но он слабенький. Он прям вообще слабенький. А ты можешь телепорт, не телепорт. Ну, я была уже далеко от того телепорта, я была уже у входа в пещеру, в которой мы все погибли. Давай. Молодец. Так, это он что-то делает, я не знаю что. А, это типа он вперед бежит, я понял. Вызвал. А я мне не до вас. Беги, беги. Через тернии. Они меня сбили с лошади, я не могу сесть на лошадь. Беги как-нибудь сама.
Мы конец хп ему похалдим, но он почти уже кончился. Я бегу, я убил их. Он прикольно, да? Начинает. Даже не знаю, что нам дадут за это. Ой, это что такое? Может быть, вот это дадут? Если это ульта будет, я хочу. Я тоже хочу. Где он? Вот она. Так. Ну, он явно мороз будет давать. О, я еще прибежал. Я бы удивился, если бы он не мороз дал. Ну, мороз, ну, серьезно. Вот это вот ульта наша, это прям дерьмище. Сосите! Дай добивать. Чисто теоретически они выше вас на 6 уровней. Так-то да. Но вот этот 40-го был, он прям слабый-слабый. Видишь, слабый-слабый. Пылесосим все. Нет, это не ульта. Не ульта. А что это? Ну это мороз, да? Это барьер холода. Повышает скорость движения 10%, блокирует атаки ближнего боя, снаряды, Движение барьер создает 8 волн мороза. Я сейчас попробую его против этих противников. Здравствуйте, мальчики. И это все? Ну как бы да, но нет. Ну ты знаешь, да, но нет. А, есть еще какой-то этот морозный убегатель? Да. А это интересно. Ну-ка, морозный убегатель. А, так, это Жей. Морозный убегатель. Та-та-та. Урона вызовет кольцо холода. Сейчас следующая атака. Ага, и кольцо холода, наносящее 50% магического урона, замораживающее ближайших врагов. Но это уже неплохо. Звучит как план в целом. Правда, это звучит как план. Я думаю, стоит одни попробовать. Но нечестивый мне нравится по щиту. Чистилище, правда, я не уверен, что мне нужно. Оно, конечно, еще хилит. Но... Еще воины, это хорошо. А почему нет? Ох, красиво. Синхрон наше все, да? О, ночка. Заканчивается. Ой, вот это надо собирать. Нет, ночка, имейте в виду это. Лошадь. А я могу ресурс заморозить? Да. Я заморозил камень. Теперь это замороженный камень. Он никуда не сдвинется. Отлично. Это прям шикарно. Да что ж ты так далеко-то огонь распространяешь-то? Боже, как меня это... Ужас какой-то. Это кошмар. Серьезно. Нам нужно что-то, чтобы тушить огонь. Агась. Ну это прям ужас. Вот я не знаю. Огонь — это лютая какая-то жесть. Вот и... Так, хорошо. Возвращаемся к трупам мертвых покойников наших. То есть с торговцем можно торговать. С торговцем можно торговать, ребята. Копили мы вот это по одной, по две монеты, а тут раз и 300. Я тебя понял. Я тебя понял. Хорошо. Идите, они за мной. На китайской Пасхе будем копить. Да, торговец, конечно, он торговец, ребят, но мы хотя бы уже научились торговать. Все, уже прикольно. То есть торговля с торговцем. Для этого нужно быть бабулькой, либо...
Просто в балахоне. Вот так. Она опять дерется. Слушай, ну сейчас надо мужику по... Надо! Бегом! Беляша, бегом просто! Бросай все, что у тебя есть. Плевать, что на тебя напали. Ты убегай. Бегом, Беляш. У тебя минута. Она уже умерла. У тебя ровно минута. Бегу, бегу. Это прекрасная возможность. В этот раз наш мужчина победил. Он хорош. Боже, как же он хорош. Он молодчина. Спасибо ему большое. Они в меня стреляют, я бегом. Превращаюсь обратно. Бегом. Что? Ну, а что мы можем сделать? Она уже мертва, он ее убил. Соси ее. Соси. Давайте все сосем. Все, все всосали, теперь он умрет. Должен. Смотри. Бам. Нет? Нет, он не умер. Пофигу. Мы его сейчас убьем. Но он слабенький. Он прям слабее, чем она. По ощущению, даже не значит. Все. Слитки плети. Вот, поздравляю, теперь у тебя и хил. Нам опять повезло. Слушай, ну на самом деле это тактика. То есть, как бы, ребят, смотрите, вот в этой шахте на полном серьезе мы второй раз уже убиваем эту девку. А, при помощи этой. Покупают ли что-то торговцы, я не знаю. Беленькая, отходи! А, она на мужика стоит просто. Беляшка, на мужика стоять не подходит. Питала мужика, я думала, мы уже здесь всех. Мы-то убили всех. Но мы... А чего вы мне сказали, что вы там что-то громите? А мы ничего не громили. Беляш, мы ничего не делали. А, она здесь первый что раз. Это? Этот, нужен мемчик, знаешь, с этими... Пираты Карибского моря, когда там это... с удавкой на шее. Че, в первый раз, да? Вот, видимо, оно. Это оно. Беляш, короче, вот эти вот каверны, они... Вон, смотри внимательно. Вон, видишь, что они делают? Видишь? Вот так. Я поняла, здесь не надо смотреть, что у тебя да, там. Да, здесь не надо смотреть. Кармашка. Заберите у меня что-нибудь, пожалуйста. Шо забрать? Что-нибудь, у меня железо не влазит. Я бы забрал, но... Не хочу. Можно я свою сумку пойду заберу? Можно, пойди забери. А тут не только твоя, по-моему, сумка. Ну, свою я забрала. Я туда вот это моя. Скину. Это моя. Это твоя, да. Так, надо собрать вот это вот. Так, кому еще там что надо было? Медведь-то понятно. Так, ну эту девку на самом деле убили, это очень хорошо. Железную руду нужно взять. Для того, чтобы взять железную руду, нам потребуется... А я эссенцию крови выкину пока что. Все. Где это хилка, которая хилит? Это кровь. Я думаю, мы так и будем поочередно. Это кровь. Ладно. Это кровь. Все, поехали. Не, ну окей. В целом окей. Могильная пыль. Это могильная пыль. Не влезает, аналогично. У меня есть ценный ресурс. Придется от него избавиться. Все, уходим. На самом деле, давайте уходим и домой. Нам уже давно пора. Это что за тени? Это твои. Нет, это не мои. Это не мои. Ледяные твои. Ледяные мои, а там просто появились тени, это появлялись ребята. Есть лошадь, лошадь. Лошадь, это твоя лошадь. Лошадь, это моя, да. А моя должна быть... Здесь моя стоит. Нет, это Буцефал. Твоя... Да. Я с другой стороны пришла, я поняла. Да. У меня сломалось все. У меня нету такого предмета. Нет, у меня оружие не сломалось. У меня тоже почти все сломалось. Мне тоже надо чинить. Погнали. Стреляли не по мне. Но почему-то получил я. Несправедливо. Так, здесь что-то интересное? Давайте посмотрим. Бальзам от паразитов. А почему я не могу его взять-то? Места нет. Ну да, места нет. Это грустно, потому что бальзам от паразитов мне бы пригодился. А вместо чего его взять? Вместо... А, не надо. Он не настолько ценен. Я нашел. Знаете, что зато я нашел?
Я нашел семена хлопка. Вау! Одни, правда, но нашел. Ну, сами. Так что посадим дома. Торгаши только продают или покупают тоже? Не знаю. Вот постараемся, девчат, если найдете еще торгаша, посмотрите, можно ли ему что-то втюхать. Впарить? Впарить, да. Но у Егорки на полном серьезе что-то есть. А, ему просто штаны поменяли, а не забрали. Все, вот как это отображает. То есть это не то, что он сходил в экспедицию, это просто ему поменяли, но не забрали. Поздравляю, у нас новая есть девочка. Девочка, соответственно, Гладос. Все, подъем, Гладос. Восстань. Встань и иди. Не забудьте девочку мою снарядить. В целом она не так плоха, как могла бы быть. Так что, я думаю, она заслуживает доверия. Серьезно? Прямо вот мы подойдем и... Нет, ты меня обманула. У нас нет большой эссенции крови. А я тебе не ту выкинула, держи. Ты мне красные цветы выкинул, конечно. Решил обмануть. У нас их здесь неплохо, кстати. Ну-ка. До-до-до-дом. А на следующее вы знаете, что нужно? Нужно слиток темного серебра. Нужен желтый. Золотой слиток. Нужна что? Призрачная пыль. Что? Агась. Агась. Что это за ресурсы? Да. Можете спать, мы вампиры, нам сон не нужен. Чандер. О, зелье сопротивления чесноку. Давай, я изучаю. Изучаю. Зелье. Если что? Не могу. А вы штаны сделали себе? Ну, я себе пару штанов сделала. У меня ничего из одежды нет. Я думаю, что мне сделают. Так, я жилет безжалостного клыка зато изучил. И поножи безжалостного клыка. О боже! Это шик, блеск, красота. Серьезно. Это настолько великолепные вещи. Вы потом посмотрите. Надо только изготовить. Меня-то приоденьте. Беляша, у тебя есть штаны? Или... Штаны у меня есть, у меня нет обуви и перчаток. А, тогда Фендер, забирай штаны. Мне безжалостные уже. Мне, так... мне вот это вот плебейское не нужно. Мне безжалостные уже нужны. Садовый декор. А ты знаешь, где они? Стулья. Ну, они должны быть изготовлены. Я не знаю, я изучил, и они автоматически изготавливаются, знаешь? У меня, по-моему, где, так где? Работало. Да, Оля, ты умираешь. Это? У тебя я малокровие. Знаю. Я знаю. Тебе нужно попить. Сходи, найди какого-нибудь человечишку. А я пока хотя бы штанишки там... надену на глобус. Беляш, можешь посмотреть цветы. Раз. Так, а я могу сделать то, что я хотел сделать? Сейчас я посмотрю. Мне точно нужно будет... Вот это? Мне точно нужно будет... Красивое. Вот это? Мне точно нужно будет... Я не помню, что у меня еще. Да. Что красивое? Цветочки. Цветочки — это хорошо. Так, погодите, а где я искал-то пыль? Пыль-то где? Где камни? Трава, костя, кров. Что за кров? Что такое? Кровь. Кровь. Господи, крыса. Узкий книжный шкаф уважения. Металл. Руда. Древесина. Древесина и дерево. Камен. Кирпич. Опять шкаф уважения. Одежда, оружие. Странности. Странности. Ага. Понятно. Стекло. Драгоценность. Мне драгоценности нужны были? Что мне надо было? Я уже, пока я читал эти потрясающие названия, я забыл. Да, мне нужны были драгоценности. Все, это я взял. Сейчас посмотрим, получится или нет. Тебе нужен новый косец. Вот я и хочу косец. Мне нужно 12 досок, и я сделаю себе косец. Где 12 досок мои? И в дереве. Есть дерево, есть древесина. Древесина — это дерево, которое срубленное. А дерево — это древесина — это уже обработанное. Угу, хорошо. Так.
Кузница, коса. Спасибо. Генерала душ. Поехали. Поехали. Все, оно создается. Оно крафтится, оно делается. В целом, я могу и беспощадное железное копье же замутить. Так, ну да. Вроде хватает. Угу. А коса генерала душ — это только у тебя такое может быть. Да. Он просто подобрал. Я подобрал. Ладно, я не буду, наверное, тогда копье улучшать. Хотя можно, конечно, беспощадное железное сделать. Мощнее будет. Усиленная доска и обычный изумруд. Сейчас возьмем еще усиленную доска и обычный изумруд. Серпов жалко нету улучшенных у нас. А свитки у нас есть? Mm-hmm. 46. А еще? Там книжка 50. Есть, еще одна. Приятного аппетита. Книжка? Спасибо. Где книжка? Где-то в буфере есть книжка, которую ты уже изучил. Зелье сопротивления чесноку. Угу. И оно изучено. Да. Оно изучено, да. Значит, да. Его можно разобрать. Хорошо, так и поступим. Так, должны быть еще важные вещи. Должны быть еще свитки. Слушай, а свитков-то есть какое-то количество. Поэтому, если я еще и разберу, я смогу что-то изучить. Одно, возможно. А может быть даже и одно. Где же... Вот, коса, душ... генерала. Шикарно. Шикарно. Коса душ генерала. Вот это да, вот это я понимаю. Все, я 47-й. На самом деле она ничем не отличается. Никаких у нее бонусов особых нету дополнительных. Но зато у нее сила делать? Заклинаний и шанс крита. Кайф. Мы можем делать стекло, дорогие мои друзья. Да. Да, можем. Туманное ожирение у нас началось. А еще у кого-нибудь есть буквально 7 единиц чан, свитков? Чан. Да, чан, да. Чан. У меня 24 свитка есть. Чего? О, меня одевают, хорошо. О, да. Правда, ботинки мне остались, кто-то забрал. Не, ну это уже солидно, ребятки. Это уже прям хорошо. Скорость движения плюс 4%, еще скорость атаки плюс 4% можно. А мы можем это сделать безжалостного? Не, мы не можем пока безжалостный полный комплект сделать. Но, тем не менее, у нас снова не хватает перчаток. А сделайте мне тогда эти перчатки хотя бы какие-то и поножи. Хлопка нет. Пусть плебейские. Хлопка нет, да? Надо идти за хлопком. Не сильно поменялся? В смысле не сильно поменялся? Ты смотри, разница как... Ты посмотри. Это уже солидно, во. Тип А, тип Б, конечно. Здесь куют металл. Рок жив. Господи, опять. Да кто это делает? Я не понимаю. Вот кто это делает? Что? В Егорку постоянно что-то кладет. Вот тут постоянно. Может, не забирают. Сапоги пустого клыка просто. Здравствуйте. В Егорке сидят. Я его одела ими. Чё они там делают? А можно мне, пожалуйста? Вот я ж о том же, ты понимаешь? А, у нас даже нет. Я перепутала. У нас даже такого нет, а мы просто это как бы... Я перепутала, я на себя их хотела. Зато Егорка носит. Егорка, да. Эй, отдайте мои сапоги. Всё. Я перепутала их. Полный комплект у меня теперь. Я перепутала их. Конфискованное. Всё.